Накануне Дня воздушного флота в Монино прошел праздник «Небо выбрало нас». На этих торжествах традиционно отмечают и День поселения. Жителей Монино с праздником поздравил начальник управления по развитию территории администрации городского округа Щелково Михаил Зубков. Мы движемся вперед. Очень много сделано. И благодаря вам, я думаю, что мы сделаем еще больше. Сейчас большой основной упор делается на строительство социальных объектов, объектов культуры, дорог, детских площадок, школ, детских садов. Монино имеет богатую историю. С получения статуса поселка городского типа прошло 77 лет. На протяжении этих лет монинцев очень многое связывало с отечественной авиацией. Здесь воспитывались кадры летчиков-асов. В день поселения для гостей устроили фотовыставку, запечатлевшую славную историю Монино. На празднике показали театрализованное представление и концертную программу, в которых участвовали артисты Дома культуры. На сцену приглашали и тех, кто своим трудом вносит вклад в развитие Монино. Их администрация отметила благодарственными письмами.